Всем привет! Меня зовут Аня, и я участвую в супермарафоне «Блогер за 21 день» от Романа Милованова. Я живу в Украине, в городе Полтава, это небольшой город. Занимаюсь много чем. По специальности я артист-вокалист, я пою, это моя любовь с детства. Вот, я думаю, что у меня талант. Могу чуть-чуть вам спеть. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче, стоя под огнем. Мы продолжаем биться за свои мечты, даже если больше не вдвоем. Вот как-то так. Я вегетарианка уже 5 лет. 26 мая 2013 года я съела свой последний Биг Мак, я его помню как сейчас. Перейти на такое питание мне помог один человек, старовер. Я с ним познакомилась в Туапсе, в Краснодарском крае, с родителями. Вообще, у меня родители первые перешли на такое питание. Вот. И потом пошло-поехало, веганство, сыроедение. Я снимала, у меня много видео там со смузи, всякими блюдами или блюдами. Вот. Но все же на 100% чистое питание я не смогла перейти. Я думаю, что это все из-за нервов, из-за таких небольших, но встрясок в моей жизни. Вот. И все-таки я хочу перестать есть говно и питать свой организм только чистой пищей. Вот. И, возможно, этот марафон мне поможет. Тем более, я очень люблю говорить на камеру. С камерой мы дружим с 5 лет. Вот. Я участвовала во всевозможных конкурсах, как вокальных, так и модельных. Вот, видите, у меня второй подбородок. Еще хочу похудеть. В общем, набрала лишних 10. Мой вес сейчас 62 килограмма. В норме я себя чувствую, это 52. Ну, 56 был месяц назад, 57. Тоже комфортный для меня, но все равно есть над чем работать. Вот сейчас буду активно работать над тем, чтобы сбросить лишний грузик. Вес, жир, не знаю, как вы еще называете. Вот, и надеюсь, этот марафон мне в этом поможет. Поэтому всем пи, ставьте лайк, кому понравилось, и ждите завтра новое видео.